subiu. Со своим другом обезьянкой
Боцмана Микки. Он был списан на берег. Но он устроился на новую работу. В мастерскую. Капитан уходил на работу, а Боцман Микки оставался один в квартире и устраивал страшный беспорядок. Он все разбрасывал и выворачивал вверх дном. Ребят, а вы так не делайте, как ты играете. Капитан не мог понять, почему же боцман Микки так безобразничает. Этим утром он снова отправился на работу. А мы останемся и посмотрим, что же тут происходит. Да. Посмотрите, я какой! Может, сверху я мартышка, но внутри я пол простой. С другом славным капитаном бились бури и на дно. А теперь он очень старый, он на пенсии давно. А скажи-ка, боцман Микки. Боцман Микки, это я! Помнишь рифы Коста-Рики? Помнишь южные моря? Помнишь северные скалы, кораблю пробили бок? Может, сверху он и старый, но внутри он тоже волк. Ходит он морской походкой, не берут его года. Мастерской он красит лодки, смотрит в море иногда. Ну, пора. Одену боты, отхлебну с лимоном чай. Буду в 7. Я на работу. Боцман Микки, не скучай. Что скучать? Морские волки даже бурю переждут. Не скучаю очень долго. Не скучаю 5 минут. Чуть со стула не свалился, так забудешь, как дышать. Лучше б я с волной сродился, стал с акулой воевать. Чтоб начать повеселее, ведь команда не скучай. Чайник я включать умею, для начала выпью чай. Боцман Микки, представлял, что чайник может оживать. А если мы что-то представляем, значит... Так и есть. Смотрите-ка, оживает. Уж я-то знаю, что в квартире ты один. Оживаю, закипаю. Микки, эй, поговорим? В разговорах мало толка. Разговоры просто смех. Лучше для морского волка крикнуть: всех свистать наверх! Ну же, Микки, помнишь раньше, прыгал ловко вверх и вниз? Прыг на камбуз, прыг на мачту, вспомни, юность, шевелись! Прыг на стол! Перевернулся! Прыг на шторы! Рвались! Но зато задор вернулся, ветры с моря ворвались. Мне напомнил, поглядите, на боку лежащий стол, наш корабль-победитель. 100 морей на нем прошел. Ребята, и правда, смотрите, зеленый стол, похожий на корабль. Играем? То все по-настоящему.
давайте помочь. Совсем. Аккуратненько. Можно и мама, и папа проплыть. Кто плавать не умеет, может с родителями поплыть. Ой, какие молодцы у нас. Ой, молодцы. Поварёшками! Вот так, да!
такому же просто так не поплаваешь. А давайте-ка на лодочку. Давайте. Представьте, ребята, что у вас в руках? Весла. Поплыли на лодочках. Идем веслами. Сплошная суша. Ты нечаянный, ты пират. И не хлопай злобно крышкой. Я такого не прощу. Ах ты ж вредная мартышка, пар горячий запущу. Чайник так расхитрился, забурчал, как будто кот. Словно правду превратился он в пиратский пароход. Как рассердился наш чайник. Оттого и кипячусь. Я б хотел свистеть, как птица, как заслуженный артист. Только что-то не свистится, не дается этот свист. Что ты, чайник? Это просто! Тем, кто плавал средь морей, так умеют все
все матросы, даже с малых кораблей. Так вот почему чайник сердился. Вы догадались, ребята? Да. Он не умеет свистеть. Ну и что, что не умеет? Я тоже не умею, я же не сержусь. Давайте посвистим, кто как может. Тише! Слышите? За дверью кто-то есть. Хотят открыть. Слышите, ребят? Кажется, это где-то вот там! Посмотрите, кто туда! Конечно! Кто это там? Мне показалось! Это где-то вот там! Капитан, придем позднее! Кто же это может быть? Я догадалась! Да это же воры! Те, кто забирает чужие вещи для спроса! Уже не игра! Так, отмычку я достану, прокрадемся тихо в дом. Нету дома капитана, что найдем, то украдем. Прекращаем нашу ссору, тут реальная напасть. К нам в квартиру лезут воры, чтобы что-нибудь украсть. Надо спрятаться сначала. Рассмотреть их хорошо. Взял подушку и одеяло. Положи скорее мешок. Вижу трубку у камина. Пригодится, забирай. На стене висит картина. Продадим ее, снимай. Да их тут много. Давайте-ка узнаем. Сейчас. Скажи,
У них такая трудная жизнь. Поможем им? Да. Мы вас обязательно исправим. Только я напишу. Я свистком. Ты молодец. Я свистком только исправляю. Свистят, а без свистка не исправляю. Вот, видите? Молодец. Вы пока идите, садитесь, а мы обязательно придумаем, как вам помочь. Бегите по лесенке, а я вас всех позову, когда мы придумаем. Давай лучше с этой табличкой красивее. Про что-то постой, да ведь? Ой, не знаю. Что же будет дальше? Вот какой у нас опасный поворот. Мы воров прогнать сумели. Эй, команда, хоть куда? Как мы здорово свистели. Чайник тоже? Правда? Да. Вот так чайник отличился. Свистнул лучше, чем свисток. Чтоб свистеть не разучился, посвисти еще разок. Помогай мне, зритель милый, губы трубочкой сложи. Мелодично и красиво посвисти от всей души. Ну давайте же, наконец, научим чайник свистеть. Посвистите все вместе. Чайник мчаться вдаль на корабле. По волнам корабль громада очень весело летит. На борту его команда песни яблочко свистит. А ну, ребятки, подходите-ка поближе. Танцуем матрасушку. Риц.
прицепилась штора к ножке, разорвавшись в трех местах, а вокруг крупа, картошка, вилки, ложки, просто крах. Капитан, глазам не веря, посмотрел туда-сюда, помолчал и запер двери. Боцман Ники, все беда! Посмотрел еще минуту. Точно, Ники, ты пропал. Ох, летит сейчас кому-то. Вил брови, капитан. А потом? Подладил нежно по бедовой голове. Ники, Ники, ты как прежде все скучаешь по волне. Беспорядок, разве ж горе? Все прибрать, такой пустяк. Знаю, трудно жить без моря, если ты в душе моряк. Подождите слева ножки и немного подвести.
Беспорядок, разбит горе, это просто ерунда. Если слышишь звуки моря, будешь счастлив ты всегда. Если помнишь океаны и другие города, и загадочные страны, значит горе не беда. И стали красиво! Ну что, сразу видно, все перевоспитались! Молодец, а ты научись. Давай, давай.
беда.